I am so excited to share what God has taught me over the last 20-30 years. И я буду с огромной радостью делиться всем тем, чему Бог меня обучал на протяжении последних 30 лет. I'm a cognitive neuroscientist. Я занимаюсь нейронаукой, когнитивной нейронаукой. And for many years I have been teaching in universities. И на протяжении многих лет я преподавала в университетах. And ran a private practice working with people with all kinds of issues of the mind. И я занималась частной практикой, я лечила людей, у которых были проблемы с мозгом. I've written lots of books and scientific papers. Я написала множество научных трудов, я написала множество книг. And our pastor back in South Africa told me that the only reason I did all of that was to equip the body of Christ to get free in their mind so that they can lead other people to Christ. И мой пастор в Южной Африке сказал мне, что я все это делаю для того, чтобы снарядить, подготовить тело Христово для того, чтобы приводить других людей к Господу и к спасению. You are the light. Ведь вы же свет. And it is you that shares the beloved image of Jesus Christ. И вы должны другим людям показывать любящего Иисуса. If your mind isn't right, и если у вас в вашей голове что-то не так, nothing else in your life will be right. То все в жизни будет не так. And you will not fulfill the commission that God has placed on our life. И вы не сможете исполнить поручение, данное нам Богом. And that is what the enemy wants for you. А враг хочет как раз этого. So when you recognize the power of your mind, и когда вы осознаете, какой силой обладает ваш мозг, ваш разум, as it says in Timothy, you have a spirit of love, как написано power, в Тимофее, вам дан дух силы, любви и здравомыслия, целомудрия. So you do not have a spirit of fear. Вам же не дан дух страха. You do not have a spirit of an unsound mind. Вам не дан дух нездравомыслия. And you do not lack power. И нет никакого недостатка, нет дефицита силы. The enemy lies to us, telling us that we have no power. Враг врет, лжет нам, говоря нам, что у нас нет силы. That we have no control. Враг говорит нам, что у нас нет контроля, мы не можем контролировать. The enemy, through the scientists and the doctors, tell us that we are victims of our biology. Наш враг через врачей, через ученых внушает нам, что мы жертвы биологии. But we know. Но мы-то знаем. That we are not victims of что our biology. Мы не жертвы биологии. We are victors over and above. Мы победители, мы сверхпобедители. The physical world. Потому что так оно и есть. We will learn this weekend. И мы за эти дни узнаем, мы научимся. That you cannot control the events or circumstances of your life. Что нельзя контролировать обстоятельства или жизненные ситуации. But you can но control. Вы можете контролировать your reactions to свою реакцию на то, что происходит. And when you recognize that you control your reactions, и когда вы поймете, что вы можете контролировать свою реакцию, that is when freedom comes. Вот в этот момент и придет свобода. That is when we apply James 1. Когда мы будем применять, что написано у Иакова в первой главе. Despite the circumstances, we will rejoice. Где написано, что несмотря на обстоятельства, мы будем радоваться. We're going to learn this weekend. Мы за эти дни узнаем, мы научимся. That Romans 12:2 is real. Что то, что написано в Римлянах 12 главе 2 стихе, правда. You are going to learn this weekend. Вы за эти дни узнаете. That you are. Что вы. A brilliant. Умны, весьма умны. Neuroplastician. Вы очень умные нейропластики, специалисты в этой области. Made in the image of God. И вы созданы по образу Божьему. As it says in Genesis 1:26. Как написано в Бытие 1:26. Turn to each other and say, "Good evening, you brilliant neuroplastician." Повернись, пожалуйста, к соседке и скажи ему, что ты весьма умный специалист нейропластики. Neuro means brain. Нейро это мозг. And plastician means to change. А пластика означает изменять. You are designed. Вы были задуманы. To change your brain. Вы предназначены для того, чтобы самим изменять свой мозг. So what you'll see up on the screen is an image of a brain. И сейчас на экране вы увидите рисунок. Вот он мозг. There you go. There's your beautiful brain. Ваш прекрасный чудный мозг. Looks like dinner. Похож на еду какую-то, нет? Now that brain. И этот мозг. Is phenomenal. Феноменален.
Science is phenomenal. Вообще наука о мозге феноменальна. Science is so incredible. И когда ты занимаешься наукой, это настолько потрясающе. But it is simply catching up with the word of God. Но на самом деле наука всего лишь пытается догнать все то, что уже написано в Божьем слове. Amen. So we should be bringing science in the church. Поэтому в церкви нужно говорить о науке. Because God made science. Потому что Бог создал науку. And it is a way of seeing and understanding God in another way. И занимаясь наукой, ты просто начинаешь по-другому понимать Бога, ты по-другому смотришь на Бога. When you see, when I study the brain and I do that every day. Когда я изучаю работу мозга, я занимаюсь этим каждый день. I get more and more excited about the word of God. Я радуюсь все больше и больше всему тому, что написано в Божьем слове. Because I see His brilliance in the way He has created us. Потому что глядя на то, как Бог создал нас, я понимаю, насколько Бог велик и умен. When I saw the crown jewels today. Когда я сегодня смотрела на драгоценные камни, на короны. You can only admire the beauty of God through that. Когда ты видишь то, что сотворено, ты можешь через творение почитать Бога. When we watched the Swan Lake at the Bolshoi last night, we could just see the brilliance of God. Вчера вечером мы пошли в Большой театр на Лебединое озеро, и мы даже там сумели разглядеть величие Божье. So you are brilliant. Итак, вы весьма умны. Made in His image. Вы созданы по Его образу. Able to control your reactions to the events and circumstances of life. И вы можете научиться контролировать свою реакцию на то, что происходит вокруг вас. And by renewing your mind, и если обновлять свой разум, that's exactly what you're doing. Именно это вы и будете делать. Learning to control your reactions вы to учитесь контролировать свои реакции на что-то, the events and circumstances на какие-то of life. События или обстоятельства, которые есть в вашей жизни. So, итак, if you have a look on the stage, you'll see I have some trees. Смотрите, здесь у меня на сцене есть деревья. This is you. Это вы. This is God. И это Бог. This is the love zone. Это зона любви. You are made in God's image. Вы созданы по образу Божьему. This is your norm. И это нормальное состояние you ваше. You are brilliant. You made in His image. Вы весьма умны, весьма-весьма умны, вы созданы по образу Божьему. You have a spirit of love, power and a sound mind. И в вас вложен дух силы, любви и здравомыслия. You are a thinking being. Вы думающее создание, думающее существо. You are able to think and choose. Вы способны думать и избирать. You have an incredible ability to think all day long. У вас есть невероятная способность целый день о чем-то думать. You are always thinking. Вы всегда о чем-то думаете. You are even thinking at night when you are sleeping. Даже когда вы ночью спите, вы все равно, когда спите, о чем-то думаете. During the day you are thinking to build thoughts. И днем вы также думаете, эти мысли создаются в вашей голове. And at night time you are sorting out those thoughts that you have built during the day. А когда вы засыпаете ночью, ночью происходит сортировка всех этих мыслей, которые накопились за день. And those thoughts, as you are sorting them out as you sleep, those are your dreams. И эти мысли, которые накопились в течение дня, которые вы сортируете, когда заснули, вот как раз эти мысли превращаются в сны. So when we connect to the Word of God, when we are born again and we connect to the Word of God. Когда мы рождаемся свыше, мы связаны с Божьим словом. When we connect to the Word of God, we are stepping into our normal. Когда мы связаны с Божьим Словом, для нас это на самом деле нормальное состояние. And we will think and we will choose well. И мы сможем хорошо думать и хорошо избирать. But when we don't choose well, но когда мы принимаем неправильные решения и плохой выбор делаем, we are still going to build thoughts. Мысли появятся, независимо от того, правильно ты делаешь решение или неправильно. Because you're a thinking being. Потому что ты думающее существо. And as you think, you choose. И когда ты думаешь о чем-то, ты через это делаешь выбор. And as you think and choose, you cause genes to express in your brain. И когда ты думаешь и выбираешь что-то, гены начинают что-то делать в твоей голове. Your thinking. Твои мыслительные процессы. Causes genes to express, which means you are making protein. Заставляют гены выделять протеины. В голове начинается синтез протеина. And those proteins group together. И эти протеины объединяются в группы. In a very complex way. Очень сложные процессы на самом деле. And you will build a physical representation. И эти мысли. In your brain. В вашей голове. Which is a thought. Обретают физические формы.
So your thinking and choosing builds real physical thoughts. Когда ты о чем-то думаешь, ты делаешь выбор, что-то избираешь, все это приобретает материальную форму, мысли материальны. So thoughts are real. Итак, мысли реальны. They occupy mental real estate. И мысли селятся в нашей голове, в этом домике. Moment by moment of every single day. Каждый момент, каждый день. At 400 billion actions per second. И в голове происходит 400 миллиардов действий в секунду. You are thinking, choosing, and building physical thoughts in your brain. И вы постоянно думаете о чем-то, принимаете решения, и благодаря этим мыслям в голове ваши мысли приобретают физическую форму. Deuteronomy 39:19. Второзаконие 39:19. 39:19 says, "I lay before you life and death." Там написано, я предложил тебе жизнь и смерть. Blessing and cursing. Благословение и проклятие. Choose life. Избери же жизнь. So that you and your descendants. Дабы жил ты и потомство твое. May live. Чтобы жили. You see, this is life. Пойми, вот такая она жизнь. This is death. А вот это смерть. God did not make you a robot. И Бог не сделал тебя роботом. He made you an intelligent, brilliant, thinking human being in His image. Бог создал тебя очень умным, способным мыслить, похожим на себя. And with your powerful mind, и ты своим мощным разумом, like it says in Timothy, как это написано в послании Тимофею, you are able to think and choose. Ты можешь принимать решения, ты можешь выбирать. You have free will. У тебя есть свободная воля. You can choose. Ты можешь выбрать. And God says, if you choose life, you will produce life. И Бог говорит, если ты изберешь жизнь, ты будешь производить жизнь. But if you choose death, you will produce death. Но если ты изберешь смерть, ты будешь производить смерть. And the scientists have found this is exactly the case. И ученые обнаружили, они сделали открытие, что так оно и есть на самом деле. Because science is simply catching up with the word of God. На самом деле наука лишь пытается угнаться за Божьим словом. Scientists show us, and this has been part of my research. И ученые показывают нам, и я занималась этими исследованиями. That when you make a good, healthy choice. Ученые говорят, что когда ты делаешь правильный, хороший выбор. You will make healthy proteins. То протеины будут хорошими в голове. And you will build healthy thoughts that look like trees. И в голове появятся хорошие, полезные мысли, которые похожи вот на такие деревья. And if you make bad choices, и если ты будешь выбирать не то, что нужно, that becomes a distorted signal in your brain, то начнутся разрушительные процессы в голове. Which distorts the proteins, эти протеины будут искажены, начнется искажение. And you still build thoughts that look like trees, мысли, тем не менее, в голове появятся, они будут похожи на деревья. But they look like this. Но они будут похожи вот на такие деревья. This is the fear zone. Это зона страха. Love zone. Вот зона любви. Fear zone. Зона страха. Two opposite spiritual forces that cannot coexist. Две абсолютно разных духовных силы, которые не могут существовать вместе. And God has put you in life, and you have the power to choose which of these you are going to follow. И Бог создал тебя таким образом, что ты сам можешь выбрать, зачем ты пойдешь. This is your norm. Вот это нормальное состояние. This is the distortion. А это искаженное, испорченное состояние. This is the enemy of the territory of the enemy. Это вражеская территория. And it's all lies. И здесь все. It's all probabilities. Здесь вероятности, здесь ложь. It's all these things that may happen. Здесь, в плохой зоне, ты думаешь о том, что могло бы случиться. But it's not truth. Но все это неправда. Unless you make it truth. Если ты, конечно, сам не превратишь все эти вероятности в правду. Through your choices. Своим выбором. I lay before you life and death. Я даю тебе жизнь и смерть. Blessing and cursing. Благословение и проклятие. Choose life. Избери же жизнь. So that you, дабы жил ты, and your descendants, и потомство твое, may live. Могли жить. Because the thoughts that you build today, мысли, которые формируются в твоей голове сегодня, которые ты сам формируешь, go in your brain, попадают в мозг,
Either like that or like that. Либо вот в таком виде, либо вот в таком виде. And these are just symbols. Это просто символы. We will see exact pictures in the brain as I'm moving through the weekend. Я буду за эти дни говорить о том, как выглядят наши мысли. Я покажу вам на экране реально, как выглядят мысли в нашей голове. And as these thoughts build in your brain, и по мере того, как эти мысли накапливаются в вашей голове, они формируются. If you keep this, если ты будешь идти вот за этим, it will pass through the sperm and the ova, то все это пройдет to the next four generations. И все это перейдет поколениям, которые будут после тебя. The scriptures tell us, и в Писании написано, that the iniquity of the father will reach through to the third and the fourth generation. Что нечестие отцов передается третьему и даже четвертому поколению. But the scriptures also tell us, но в Писании также написано, that we are not responsible for our father's sin. Что мы не несем ответственности за грехи наших отцов. But it's there in your brain, но в нашем, нашем мозге, в нашей голове, asleep. Что-то спит. So the stuff from the previous generations, те вещи, которые были накоплены предыдущими поколениями, is in our brain asleep, находятся в спящем состоянии в нашей голове. Until we choose to wake it up. И пока мы не решим это разбудить, все это не проснется. So when we choose to wake it up, и когда мы принимаем решение разбудить все, что дремлет в нашей голове, this comes to life, все это оживает and produces action. И приводит к действиям. You see, everything you say and do, все, что ты говоришь и все, что ты делаешь, was first a thought inside your head. Сначала было в виде мыслей в твоей голове. Nothing you say and do, нет ничего из того, что ты говоришь и делаешь, is a random event happening in a vacuum. Не является это случайностью, это не появляется ниоткуда, твои слова и действия. Scientists show us and tell us, ученые доказали, ученые показывают, that everything you say and do, что все, что ты делаешь и все, что ты говоришь, comes from the root of a thought, происходит благодаря мыслям, то есть мысли являются корнями. This is love, joy, peace, и здесь patience, любовь, радость, мир, терпение, kindness, gentleness, faithfulness, self-control, самоконтроль, доброта, хорошие отношения, терпение. This produces life. И все это produces good words, приводит good action, к жизни, к хорошим действиям. This is death. А this вот is это, the opposite of вот that. Это смерть, которая абсолютно противоположна жизни. Scientists have shown us that we are wired for love. И ученые доказали, что человек был создан для того, чтобы только любить. This is the norm. И вот это состояние является нормой. Every circuit in our brain, и все цепи, которые есть в нашей голове, every structure in our brain and our body, все системы, которые есть в нашей голове и в нашем теле, every part of our physiology, of how we function, наша физиология, то, как мы действуем, то, как мы существуем, is all designed for the positive. Все это было задумано для того, чтобы был позитив, чтобы было что-то хорошее. This is natural. Вот такое состояние является нормой. We have to learn this. И мы должны этому учиться. This astounds the scientists. И это доказано учеными. Because they say we wired for love and we learn fear. И ученые изумлены тем, что человек, хотя был создан для любви, ему приходится учиться жить в страхе. This is not the norm. Fear is not the normal. Когда ты чего-то боишься, ты не был для этого создан. Это не является нормальным состоянием. Страх. This is the result of bad choices. И страх появляется, когда ты принимаешь неправильные решения и выбираешь не то, что нужно. You see, we are spirit, пойми, soul, and body. У нас есть дух, душа и тело. Is it up here? Is it up there? Spirit, soul, body. Yeah, we have it. Next, okay. Next. Можно I can't read Russian yet. Я еще Нет, там нужен еще один слайд. Не этот рисунок. Будьте добры. Там, где про душу Other написано. Ага. Let's go back one. Okay, you're going to help us. Пожалуйста. Here we go. Вот. Is that you're it? Thinking being, yeah. You spirit, soul, body. Choose. Here we go. Down there. Yeah. Yeah. Spirit, soul, body. Body. Right, yeah. Okay. You are a triune being. Ты, как человек, ты триедин. Spirit. Есть дух. Soul. Есть душа. Body. И есть тело. Made in God's image. Ты создан по образу Божьему. Your spirit is your true you. Have и a look up on the screen. Настоящий ты — это твой дух. It is your intuition. Посмотрите на экран. Это твоя интуиция. Your conscience. Твоя совесть, твое сознание. And your communion. Твоя коммуникация, общение. Your desire, which is your desire to worship God. Твое желание поклоняться Богу. Everyone has that placed within them. И у каждого есть эта составляющая.
even if they're not born again, и даже если человек не рожден свыше, they have these elements of the Spirit. У него есть элемент духа. When we are born again, this is renewed. И когда ты рождаешься свыше, твой дух обновляется. Because we plug into God. Потому что мы как бы подключаемся к Богу. So our conscience operates correctly. И наше сознание, наша совесть начинает действовать правильно. And our intuition operates correctly. Наша интуиция начинает действовать правильно, когда мы с Богом. And we turn our worship from the worship of the world and idols to the worship of God. И мы вместо того, чтобы поклоняться идолам и всему тому, чему поклоняются неверующие, мы начинаем поклоняться Богу. So instead of being worshiping the brain, which is what the atheist neuroscientists would do, they would worship the brain. И ученые, неверующие ученые, которые занимаются нейронаукой, они поклоняются мозгу человека, они почитают мозг человека. As a born-again Christian, но мы вместо этого, как рожденные свыше верующие, you would worship the God who created the brain. Мы будем поклоняться тому Богу, который создал этот мозг. So we worship the Creator, not the created. Мы поклоняемся не творению, но Творцу. Amen. If someone is dead, и если кто-то умер, nothing's going on in their brain. У него в голове уже вообще ничего не происходит. It's only when they're alive, в голове происходит только that the spirit of life is in them. Только тогда, когда человек Job жив. Job 32:8, the spirit of life is breathed into them. Иоанна 32:8 написано, что дух входит, дух оживляет. The spirit controls the soul. И дух контролирует душу. The soul is the intellect. А душа это твой your интеллект. Thinking, душа это твои мысли, your will, мыслительные процессы. And your emotions. Твоя воля и твои эмоции. So when I said in the beginning, и как я сказала в начале, that you are a thinking being, ты думающее творение, ты думающее существо. And that you are able to think and choose, и ты можешь думать, и ты можешь избирать. That is the action of the soul. И это все делает душа. The soul is your mind realm. Душа это разум. And God says, renew your mind. И Бог говорит нам, чтобы мы обновляли свой разум. We have to choose to renew our mind. Мы должны сами принять решение избрать обновление разума. It is with our mind that we understand what our spirit already knows. Ибо в нашем разуме мы начинаем понимать все то, что наш дух и так уже давно знает. This is why it says, trust in the Lord with all your heart. Поэтому написано, уповай на Господа всем сердцем своим. Rely not on your own understanding. Не полагайся на свой разум, не надо полагаться на свое понимание. In all your ways acknowledge Him. Во всех путях своих познавай Его. And He will direct your paths. И Он направит твой путь, твои стопы. You see, as you are in the events and circumstances of life that you can't control. Нужно понимать, что когда вокруг нас происходят какие-то события, складываются какие-то обстоятельства, которые мы не можем контролировать. It is with your mind that you perceive these events and circumstances. Именно в голове мы все это воспринимаем, именно в голове мы все это обдумываем. It is with your soul realm, your intellect, your will, and your emotions that you perceive these circumstances. Наш интеллект, наша воля, наш разум помогают нам воспринимать окружающую действительность. And it is with your mind that you will intellectualize and choose your reaction. Именно в голове ты сначала все обдумаешь, и в голове ты решаешь, что выбрать. And the choice of your mind. И тот выбор, который сделает твоя голова. Of which action we can see in the brain. Начинаются процессы, что-то начинает происходить в голове. And we can describe in the brain. И мы можем что-то представлять, что-то описывать в голове. That action changes the physical nature of the brain, which is in the body. И мыслительные процессы, которые в голове, меняют физическое строение мозга. So your soul controls your body. Итак, душа твоя управляет твоим телом. Whatever your mind does or your soul does, it will be represented in your brain and your body. Если что-то происходит в твоей голове, какие-то мыслительные процессы происходят, они повлияют на строение мозга и они повлияют на состояние твоего тела. So your mind has one foot in the door of the spirit. Итак, твой разум одной ногой стоит в духе. And one foot in the door of the body. И одной ногой твой разум стоит в теле. It's through our mind, our intellect, will, and emotions. Именно наш разум, наш интеллект, наша воля и наши эмоции. That we will listen to the spirit. Позволяют нам слушать то, что говорит дух. That we will choose to read the Bible. И мы здесь принимаем решение читать Библию. That we will choose to memorize scripture. Мы принимаем решение запоминать места Писания наизусть. Because it says in James 1:21. Потому что у Иакова 1:21 написано. That the implanted word will save your soul. Что насаждаемое слово может спасти нашу душу.
If you don't implant the word in your spirit, и если ты не будешь насаждать Божье слово в свой дух, you will be driven by the world instead of by God. То тобой будет руководить не Бог, но тобой будет руководить мир. Because whatever is stored in the depths of your mind and in your spirit, потому что то, что проникает в глубины твоего разума или в глубины твоего духа, that is what is driving you. Будет управлять тобой и направлять тебя. You see, with your mind, именно разум, you change your brain. Разум, наш разум позволяет нам изменить строение мозга. Your spirit controls your soul. Your soul controls your body. Твой дух контролирует душу, а душа в свою очередь контролирует тело. And the Holy Spirit controls it all. И Дух Святой должен контролировать все. So the correct direction is Holy Spirit speaks to your spirit. И вот правильный порядок. Дух Святой говорит с твоим духом. Speaks to your soul. Уже дух говорит с душой. Speaks to your body. И душа говорит телу. That's the correct thing. Вот это правильный порядок. But we live in a world, но мы живем в таком мире, where we worship the created, где поклоняются тому, что было сотворено. We worship the body. Люди поклоняются телу. They worship science. Люди поклоняются науке, научным достижениям. The scientists make statements that the mind, that the brain makes mind. И ученые говорят, что именно мозг позволяет разуму существовать. That's wrong. Неправильно. Because mind controls brain. Разум должен контролировать мозг. Your brain changes if your mind is in action. Если разум будет действовать, мыслительные процессы пойдут. Физически мозг будет меняться. When you are dead, the mind and the spirit action is not there. Когда ты умираешь, то уже никаких действий в своем мозге не происходит. So the brain doesn't change anymore. Итак, мозг уже сам по себе ничего не может изменить, физический мозг. But when you're alive, your mind. Но когда ты жив, твой разум, ты. You choose to listen to the Spirit. Ты выбираешь, ты сам можешь избрать, что ты будешь слушать you Дух. Choose to pray. Ты выбираешь, ты принимаешь решение молиться. You choose to worship. Ты принимаешь решение поклоняться Богу. You choose to read the word and meditate on the word. Ты избираешь для себя читать Божье слово и размышлять о нем. You choose to say, God, help me with this decision. Ты избираешь сказать Богу, Бог, помоги мне в принятии этого решения. You choose to pray continuously, like the word says. Ты принимаешь решение непрестанно молиться, как это и написано в Божьем слове. You choose to practice the presence of God continuously. Ты избираешь постоянно стараться быть в Божьем присутствии. Ты именно ты принимаешь это решение. Because if you don't choose to practice the word of God continuously, потому что or the presence of God, если ты не примешь решение постоянно исполнять Божье слово или быть в Божьем присутствии, then the enemy will encourage you to practice His presence. То тогда враг будет толкать тебя к тому, чтобы быть в Его присутствии. Through the media, the movies. Через разные фильмы, через средства массовой информации враг будет действовать. And the choices that other people make. И через те решения, которые принимают другие люди, враг будет действовать. You can't control someone else's choice. Ты не можешь повлиять на выбор другого человека. You не can можешь. Only control your own. Ты можешь повлиять лишь на свой собственный выбор. But you do not have to be affected by someone else's choice. И ты не должен жить под влиянием решений, принимаемых другими людьми. So James 1:15 says. Иакова 1:15 написано. That if we have a negative or evil desire in our heart. Что если в нашем сердце есть плохие желания. That is a negative thought in our mind. Если в нашей голове появляется негативная мысль. That becomes a toxic thought in our brain. Она превращается в ядовитую, токсичную мысль, которая в нашей голове. James 1:15 says if we grow these. И Иакова 1:15 говорит о том, что если в нашей голове будут вот такие деревья расти. They bring death. То они приведут к смерти. Science tells us the same thing. И ученые говорят то же самое. These things bring death in the body. Все эти черные вещи приносят смерть в наше тело. Every single toxic thought that you build in your brain. Каждая токсичная, ядовитая мысль, которая появляется у тебя в голове. Which is the result of a bad choice. Является результатом плохого выбора. Which made bad proteins. И начинают появляться, distorted proteins. Вырабатываться искаженные плохие протеины. Which took the healthy good thing and distorted it into this toxic thing. Белки появляются неправильные, искаженный белок выглядит вот так, по-черному. This toxic thought. И это отравленная токсичная мысль. Affects every single cell in your entire body. Будет влиять на каждую клеточку твоего тела. This toxic thought. Эта токсичная, отравленная мысль. Connects with your heart. Уже будет связываться с твоим телом, с твоим сердцем.
And in your heart there's a mini brain. И у тебя в сердце есть маленький мозг. Of 40,000 nerve cells, approximately. Есть в сердце каждого человека маленький мозг, в котором где-то 40,000 нервных клеток. And that heart does lots of things. И в сердце человека есть мозг, который делает разные вещи. One of its main functions is to keep the rhythm of the body in order. И одно из главных предназначений этого мозга сердца – это задавать ритм всему телу, делать так, чтобы в твоем теле был правильный ритм. God is a God of order. Ведь наш Бог – Бог порядка. And everything in your body works on the same principle of order. И все в твоем теле было создано для того, чтобы действовать в порядке. And that big picture of the order can be seen in the function of the heart. И можно увидеть этот порядок, когда посмотришь на то, как работает сердце. Because that toxic thought, эти ядовитые, токсичные мысли, connects to the mini brain in the heart, могут связаться с этим мини-мозгом, который есть в твоем сердце. And the heart, which normally beats at a, what we call a normal heart rate variability. И сердце, у которого есть определенный ритм, которое должно стучать с определенной скоростью, will completely go out of that normal rhythm. Сердце теряет этот правильный ритм, ритм нарушается. Every time you consciously think about and act upon this toxic thought. И это происходит каждый раз, когда ты начинаешь переваривать или возвращаешься к этой отравленной токсичной мысли. Which means every single cell in your body. Это означает, что каждая клеточка твоего тела will be negatively affected by that. Будет подвержена этому негативному влиянию этой отравленной мысли. And you will feel a sense of unease in your body. И тебе будет тяжело, у тебя будет в теле ощущение тяжести. Your heart beats faster. Твое сердце начнет стучать быстрее. Your blood pressure rises. Поднимется кровяное давление. Adrenaline starts pumping. Начнет выделяться адреналин. Your shoulders tense up. И твои плечи сожмутся. Your face goes red. И у тебя покраснеет лицо. In other words, we have very strong physiological reactions to toxic thinking. Наше тело будет проявлять физиологические реакции на ядовитые мысли. Оно будет, наше тело может быть подвержено влиянию отравленных мыслей. That is why God says, "Do not fear." Поэтому Бог и говорит: не бойся. Which doesn't just mean be, do not be scared. Это не означает, что вообще ты не должен пугаться. Fear incorporates all the negative things: despair, discouragement, irritation, frustration. Страх, все эти эмоции, основанные на страхе, включают в себя раздражение. Когда что-то вызывает у тебя негативную реакцию, ты обеспокоен, волнуешься. Все это основано на чувстве страха. God tells us those are bad for us. И Бог говорит, что все это для нас не полезно. Science shows they are bad for us. И наука доказала, что негативные ощущения не полезны, они вредны. Our body reacts to those. И наше тело реагирует на все эти вещи. In the same way as if you cut yourself. Точно так же, как если ваше тело и вашему телу не понравится, если вы порежете его. Or if you had a virus in your body. Или если какой-то вирус проникнет в ваше тело. If you cut yourself or hurt yourself. Если вы себе причините какую-то рану. Or get a virus in your body. Или если вы заболеете, какой-то вирус проникнет в ваше your тело. Your immune system. Ваша иммунная система will release C proteins. Начнет вырабатывать C-протеины. And those C proteins go to the site of injury. Эти C-протеины устремляются к месту пореза, туда, где рана. Causing inflammation. И там начинается воспаление, воспалительные процессы. As your body tries to heal. Ваше тело пытается исцелить себя. It's a protective function. И это защитные функции организма. Now, that is from a physical injury. И все это происходит, когда физические раны появляются на теле. The same thing happens with a toxic thought. Но то же самое происходит, когда у нас в голове появляются токсичные, ядовитые мысли. When you think a toxic thought, when you choose to build those. Когда ты сам принимаешь решение создавать и позволять этим токсичным, ядовитым мыслям цвести в твоей голове. Your immune system will respond in exactly the same way as to a physical injury. Твоя иммунная система пытается победить эти токсичные мысли точно так же, как она пытается победить порез на теле. And at the site of this toxic thought in the brain, и когда в голове есть вот эта токсичная, ядовитая мысль, there will be inflammation. Будет воспаление в голове.
It is distorted. Будет искажение, будет нарушение. The electrical-chemical flow is not good. И не будет хороших механических или электрических реакций в твоей голове. The glucose metabolism is not good. Не будет метаболизма глюкозы в твоей голове. It's just not a good thing that's going on here. И токсичные мысли не идут на пользу твоей голове. We can see this on brain scans. И мы можем все это видеть, когда делают, сканируют мозг. As abnormal activity. Всякие ненормальные действия, нарушения происходят в голове. But. Но. When you think of Philippians 4:8. Филиппийцам 4:8, нужно думать об этом. Think on these things, good, pure, true, honest, all those lovely things. Помышляйте о хороших вещах, о том, что достойно, то, что честно, то, что красиво, то, что чисто. Then your heart also connects with that thought in the brain. И вот если хорошая мысль, то твое сердце свяжется с этой хорошей мыслью. And your heart will beat at the right rhythm. И твое сердце будет стучать, будет биться правильно, с правильным ритмом. Which means every cell in your body will beat at the correct rhythm. И это уже будет означать, что все клеточки твоего тела будут действовать правильно. And your heart secretes a hormone. И твое сердце выделяет гормон. Called ANF. Называется этот гормон ПНП. And that hormone, этот гормон, я прочитаю, предсердный, as it flows to every cell in your body, натриуретический пептид, этот гормон начинает растекаться по твоему телу, will create a sense of peace in your body. Этот гормон позволяет тебе ощутить мир во всем теле. You see, God has placed us in a body. И Бог дал нам тело, Бог поместил нас в тело. So we can get closer to Him. Для того, чтобы мы могли приближаться к Нему. So when we are making bad decisions, и когда мы принимаем плохие, неправильные решения, we will get these negative physical reactions in our body. То наше тело будет реагировать, у нас в теле начнутся проблемы из-за неправильных решений. Because of what we've built in our brain. Из-за того, что попадает в нашу голову, из-за того, что начинает появляться в нашей голове. And this is where the grace of God is so phenomenal. И вот именно в этот момент нужна феноменальная Божья благодать. Because that is not who you are. Потому что вы не должны быть вот таким. That is who you are. Вы вот таким должны быть. That is who you have become. А вот таким вы стали. If you've wired that in. И если вот это появилось в вас, эти отравленные мысли. Romans 12:2 says that you can wire it out. Римлянам 12:2 написано, что вы можете себя внутри переделать. Praise Jesus. That's Romans 12:2, renewing of the mind. Римлянам 12:2 написано, что тебе нужно обновлять свой разум, свое мышление. When you choose to bring that thought into captivity to Christ Jesus. Ты должен принять решение, что ты будешь подчинять эти неправильные мысли Иисусу Христу. When you, here's you, your normal you. Ты, тот, каким ты должен быть, ты нормальный, вот такой. So in your mind you have trillions upon trillions upon trillions of thoughts that you have been building since conception. И у тебя в мысли просто несметное количество, миллиарды, мириады мыслей, которые там накапливаются с момента зачатия твоего. And you are changing them moment by moment of every day with your experiences and choices. Каждый день ты переживаешь что-то, сталкиваешься с чем-то, меняешь все то, что есть в твоей голове. The majority of them are healthy. И большинство мыслей хорошие, полезные. And the uniqueness of who you are. Ты настолько уникален. Is made in God's image. Ты создан по образу и подобию Божьему. And you are able to stand outside of yourself. И ты можешь посмотреть на себя со стороны. And observe your own thoughts. Ты можешь наблюдать за своими мыслями как бы со стороны. Bring them into captivity to Christ Jesus. Можешь принять решение, что ты подчинишь эти неправильные мысли Иисусу Христу. The self-help industry. И индустрия помощи самому себе. Doesn't work. Не работает. Because they do this stuff. Bringing the toxic things into captivity. Потому что они говорят, что да, от этих токсичных мыслей, от ядовитых мыслей можно избавиться. But they do it without Christ. Но они пытаются изменить токсичные мысли без Христа. So the only people benefiting are the gurus writing the book who making all the money. И есть люди, которые пытаются помочь тебе психологически. Они пишут книги, но они без Христа. И они помогают себе, они на тебе зарабатывают много денег. The only long-term self-sustaining change that you can make in your life. Но продолжительные изменения произойдут в тебе, в твоей жизни только тогда. Will be when you connect to the vine. Когда ты будешь на лозе.
Like it says in the Word of God. Как написано в Божьем слове. Connect to the Word of God. Connect to the vine. That is life. Ты должен быть привит к Божьему слову, туда, где жизнь. So when we try and bring this thought into captivity. Итак, когда мы стараемся подчинить неправильную мысль. If we bring it into captivity to ourselves, мы сами стараемся. We will fail. И если мы будем пытаться подчинить эту мысль без Божьей помощи, у нас ничего не получится. And science confirms that. И ученые подтвердили, они доказали. Science confirms that you can change. Ученые доказали, что ты можешь меняться. But they tell you that the changes may be not permanent. Но ученые говорят, что эти изменения не будут иметь продолжительного эффекта. So traditional therapy, и традиционные методы, psychology, традиционные методы лечения, психиатрия, психология, teaches that when you have an issue, учат людей, что когда у тебя проблема, вот такая проблема, you must compensate for it. Ты должен что-то сам постараться сделать. They don't fully understand that God says renew your mind means get rid of this. Но они не понимают. Они говорят, что ты должен изменить то, что в голове. Но Божье слово говорит, что ты должен от этих неправильных вещей избавиться. So they try and teach you to build a healthy thought. Ученые пытаются научить людей построить хорошие мысли. To control the toxic thought. На месте, где вот эти плохие, ядовитые мысли. То есть они пытаются, ученые, неверующие, пытаются научить людей повлиять на эти негативные мысли позитивными. So there's a constant war going on between these two. И между этими мыслями, отравленными и неотравленными, идет постоянное сражение. But whatever you think about the most will grow and dominate. Но если ты о чем-то постоянно думаешь, это будет в твоей голове расти и увеличиваться. And the enemy is a liar. А наш враг лжец. Out there trying to get you. Он пытается тебя схватить, он пытается тебе навредить. But he has no power. Но у нашего врага нет силы настоящей. Because in Matthew 28:18, when Jesus rose from the dead. Потому что Матфея 28:18 говорит, что Иисус воскрес из мертвых. He turned to his disciples and he said, "All power." Иисус повернулся к ученикам и сказал: "Вся власть на земле has been given unto me." Дана мне. All means all power. Вся означает вся власть. Which means the enemy has none. И это означает, что у нашего врага вообще не осталось силы. He's not outside eating your tires. И враг не может тебе навредить. He is powerless. У врага нет сил. You have the power. Вся сила у тебя. And he knows that. И он знает об этом. So he comes at you with lies, which are probabilities. И враг пытается проникнуть в твою голову с мыслями: вероятно, вот это произойдет, вероятно, вот это может с тобой произойти. So you are in the events and circumstances of life. И ты находишься в окружении жизненных обстоятельств. And as you are in life, things happen. И когда мы живем, разные вещи происходят. You go to the doctor and you get a diagnosis of cancer. Ты идешь к врачу, и врач тебе ставит диагноз, у тебя рак. At that moment, the enemy will come in like a liar. И в этот момент, как раз в этот момент, наш враг, как самый ужасный лжец. And he will start adding to all the probable options. Начнет рисовать картины, что с тобой ужасного может произойти, вот это может произойти, вот это может произойти. Because at that moment you have to react, you have to think, process and choose life or death. И именно в этот момент ты в голове можешь принять решение и избрать либо жизнь, либо смерть. The enemy will be telling you to plan your funeral. И враг уже будет говорить тебе: ну все, готовься к собственным похоронам, начинай откладывать деньги на похороны. But Jesus will be telling you to plan your testimony. Но Иисус будет говорить тебе: готовься свидетельствовать о моем исцелении. And you have to choose. И ты должен решить, ты избираешь. Because if you choose, потому что если ты выберешь, the death, если ты сам изберешь смерть, your thinking, то твое мышление produces proteins. Начнет производить протеины, начнет And синтез белка. And if you choose to believe, и если ты примешь решение, that diagnosis over your life is your death sentence, верить в то, что этот диагноз стал для тебя смертным приговором, если ты решишь так думать, that is the thought that you will build in your brain. То вот такая черная мысль появится у тебя в голове. Everything, every day that comes through your five senses. Каждый день то, что приходит в нас через наши пять органов чувств, will become
становится a physical thought физическими мыслями. Inside of your brain, мысли приобретают физическую форму в нашей голове. And it's either going to be death, и либо будет смерть, or life. Либо жизнь. You choose. Выбираешь ты. You turn ты the probability можешь все вот эти возможные ситуации и вероятности into превратить an actuality, превратить в реальность. Something solid. Ты можешь эти вероятные события сделать реальными событиями. A real thing. Ты можешь вероятность превратить в реальность. And this produces the word you speak. И появляются слова, ты начинаешь говорить слова. This produces the actions you perform. Ты начинаешь совершать какие-то действия. As a man thinks in his heart, so is he. Каковы мысли в сердце человека, таков и человек. Out of the abundance of the heart, от избытка сердца говорят уста. This is scripture, this is science. Все это в Писании, но ученые все это доказали. And that's why it says in James 1:21, the implanted word поэтому will save your soul. Иакова 1:21 написано, что насаждаемое слово, Божье слово спасет твою душу. You need to take the time every single day to meditate and memorize scripture because you're planting life in your brain. Ты должен каждый день своей жизни уделять время тому, чтобы запоминать Божье слово, размышлять над ним и делать так, чтобы оно было неотъемлемой частью твоего мозга. Because when you are faced with all those probabilities. Потому что когда ты столкнешься с этими возможностями, ты столкнешься с тем, что вероятно может случиться, and you are automatically connected to the word of God, а ты уже связан с Божьим Словом, эта связь произойдет автоматически. You will look at that diagnosis, ты посмотришь на этот поставленный диагноз, and you will speak the word of God ты, over that diagnosis. Ты этому диагнозу свой диагноз поставишь Божьим словом. And you will create the platform for a miracle in your life. И ты создашь основание для чуда, которое произойдет в твоей жизни. That is an extreme situation. Конечно, это экстремальная ситуация. This applies even when you're in this traffic in Moscow and you've got to make a decision whether you're going to lose it or not. Но ты все это можешь применять и в тех ситуациях, когда ты в Москве, и ты думаешь, ну вот потеряю я что-то или нет. You are in a wonderful position in Moscow traffic. На самом деле мы попадаем в стрессовые ситуации в пробках каждый день в Москве. To memorize scripture. Но когда ты застрял в пробке, это уникальная возможность учи наизусть Библию в пробке. God put you here to memorize scripture. Бог тебя здесь на земле поселил, чтобы ты запоминал Его Слово. Because when you implant the word and you save your soul, you save Moscow. Потому что если and ты Russia. Будешь насаждать Божье Слово в свою душу, ты и себя спасешь, и жителей Москвы, и всю Россию. Amen. It takes one person to make a difference. Для того, чтобы что-то изменилось, нужен всего лишь один человек. One person. Один человек. Praying for 30 seconds a day. Который будет молиться 30 секунд в день. Directing their intention. Который обратит свое внимание. In a focused way on a specific thing for 30 seconds a day. Сконцентрируется на чем-то одном и будет молиться хотя бы 30 секунд в день об одной вещи. Will completely create change in that situation. Один вот такой человек может абсолютно полностью изменить какую-то ситуацию. Science shows that 30 seconds a day of prayer will completely change your brain and pray and change what you are praying for. Ученые доказали, что всего лишь 30-секундная ежедневная молитва может полностью изменить твой мозг и вообще твою молитву, молитвенную жизнь. So you can choose 7 or 8 or 10 things and 10 times 30 is 3 minutes. Not even 3 minutes. Если ты решишь посвятить свое внимание каким-то 10 темам в молитве и будешь молиться о каждой вещи всего лишь 30 секунд, но это совсем ничего. And you could be praying for 10 things a day. Ты можешь молиться о 10 вещах каждый день. And your prayers are real things. Твои молитвы реально действуют, они осязаемы. That will move by the power of God to that situation. И благодаря твоим молитвам Божья сила будет действовать и менять какие-то ситуации. And change it. И все изменится. Quantum physics. Квантовая физика. Has proven this. Квантовая физика доказывает. Quantum physics was developed in was created in or the theory was developed in 1920 by a Christian. А в 1920 году ученый, верующий ученый, доказал.
появилась теория. And before you think you can't understand what I'm saying, и, может быть, вы не сразу поймете, о чем я говорю. Remember, you are brilliant. Но вы должны, прежде чем попытаться понять то, что я скажу, вы должны вспомнить, что вы весьма умны, и вы созданы по образу и подобию Божьему. Вспомните designed это. To think deeply. И вы созданы Богом для того, чтобы у вас в голове были глубокие мысли. And the best will come out of your brain when you extend your mind. И если вы будете упражнять свой разум, у вас в голове появятся умные мысли. The harder you work at something, the more you increase your intelligence. И чем вы сильнее, сосредоточеннее думаете о чем-то, тем умнее вы становитесь. So as I mentioned the word quantum physics, и я говорю о квантовой физике. Get excited. Порадуйтесь. Because. Потому что. Parts of your brain will respond to your excitement. Часть вашего мозга обязательно отреагирует на радость, которая придет. And chemicals will be released in your brain. И химические вещества начнут выделяться в разуме, в голове. That will help you understand everything I'm saying. И все эти химические вещества, которые начнут выделяться, помогут вам понять все то, что я говорю. Because the basic ingredients of quantum physics. Потому что главный элемент квантовой физики. Are Deuteronomy 30:19. Описывается во Второзаконии. 30:19. I lay before you life and death, blessing and cursing, and you. Второзаконие 30:19. Я отдаю тебе жизнь и смерть. Я предложил тебе. The observer. Ты. Outside the system, являешься наблюдателем, который находится за пределами системы. That's the quantum physics words. Вот это все термины квантовой физики. Наблюдатель, который находится за пределами системы. For what the scripture is saying, и в Писании написано, you choose life or death. Что ты можешь избрать, жизнь или смерть. Quantum physics shows that nothing changes on a subatomic level. Квантовая физика доказывает, что на субатомном уровне ничего не изменяется. Until a human ничего не может измениться, пока человек thinks, не начнет думать. Chooses, ничего не изменится, пока человек не примет решение. And collapses an actual a probability into an actuality. И человек своими мыслями может вероятность чего-то превратить в реальность. In other words, quantum physics is everything I've been describing. Другими словами, все, что я описываю вам сегодня, является квантовой физикой. You think, you choose, вы you думаете, build. Вы избираете и вы создаете. You build life, вы создаете либо жизнь, you build death. Либо смерть. And there are consequences of your choices that God says in His Word и Бог, throughout. Бог сказал в своем слове, что когда мы принимаем решение, любое наше решение приводит к каким-то последствиям. And that is why the Word of God especially be seen in Proverbs. Поэтому Божье слово, особенно в притчах, we are told to get wisdom. Написано, что нам нужно приобретать мудрость. Get understanding. Мы должны приобретать понимание. Get knowledge. Приобретать знание. You cannot live life without it. Вы не можете жить без знаний, без мудрости. You need God to inform your choices. Вы должны позволить Богу повлиять на решения, которые вы принимаете. Because if He's not informing your choices, потому что если Бог не может влиять на ваши решения, the enemy is. То тогда враг будет влиять на твои решения. And that is why you need to bring every thought, not just some. Поэтому тебе нужно каждую свою мысль, не некоторые мысли, но каждую свою мысль. The scriptures say every thought. В Писании написано, что нужно все мысли. The scriptures say all thoughts. В Писании написано, что абсолютно все мысли. Into captivity. Нужно подчинить в послушание. To Christ Jesus. Христу. And then change happens. И тогда начинают происходить изменения. Incredible change happens. Невероятные изменения. We know when we acknowledge our sin. И мы знаем, что когда мы осознаем, when we repent of our sin, когда мы осознаем, что согрешили, когда мы каемся в грехе, when we acknowledge the work of the cross and the blood of Jesus, когда мы осознаем, что кровь Иисуса и крест Иисуса могут сделать в нашей жизни, we know that He is righteous and just to forgive us our sins. Когда мы осознаем, что Бог праведен, Он прощает наши грехи. And cleanse us. И Он верен и очистит нас. From all unrighteousness. От всякой неправедности. But you have to choose. Но выбрать нужно вам. Выбор за вами.
The Holy Spirit will lead you unto all truth. Дух Святой будет вести вас к истине. But you have to follow that leading with your mind. Но вы должны в разуме принять решение, что вы последуете за водительством Духа Святого. Your soul. Ваша душа. Your intellect, will, and emotions. Ваш интеллект, ваша воля, ваши эмоции. Needs to understand what your spirit knows in your intuition of your spirit. Должны осознать, прочувствовать все то, что знает ваш дух, прочувствовать все то, что ощущает интуиция вашего духа. Your mind has to understand and receive. Ваш разум должен осознать, принять. When the Holy Spirit shines a torch on your conscience. Когда Дух Святой будет освещать твою совесть, твое сознание. Because when he shines a torch on your conscience, these will come up. Когда Дух Святой подносит светильник, факел к твоей душе, все эти вещи начинают выходить на поверхность. And when these come up, we step into grace. И когда мы видим эти неправильные вещи, которые есть в нашей голове, мы должны бежать к благодати. Because the Holy Spirit convicts. Потому что Дух Святой обличая. And the devil condemns. Дух Святой обличает, а дьявол обвиняет. When these things come up, и когда эти неправильные вещи выходят на поверхность, we don't give up and die. Мы не должны сдаваться, бросать все и умирать. We don't receive the lie from the enemy. Мы не должны принимать, слушать ту ложь, которую нашептывает наш враг. That says, look, you're unworthy. Look what you're doing, you bad person. Наш враг начинает нам говорить: да вообще ты ничего не стоишь, ты сделал столько неправильных вещей, ты плохой. You say to the enemy. А ты должен сказать врагу. That is not who I am. Я не такой, это не я. That is who I have become. Я таким стал, меня заставили вот таким стать. It's one tiny part of me. И это лишь малюсенькая часть меня. Like I can take this camera and pan it across the whole crowd. Я сегодня могла бы камерой водить по залу. And all you represent my memories. И каждый из вас мог бы олицетворять мои воспоминания. And I can choose to zoom in on one. И я могу взять кого-то в кадр своей камеры и приблизить изображение. И я могу точно так же взять, навести камеру, условно говоря, на какую-то мысль. Я могу увеличить эту мысль и вырвать ее. That is renewing of the mind. Вот это и есть обновление разума, когда ты вырываешь. But you've got to ask God to help you direct the camera. Ты должен попросить Бога, чтобы Он помог тебе разглядеть эти неправильные вещи, чтобы Он управлял твоей камерой. Otherwise, the enemy will jump in, grab the camera and zoom in on one negative thing. Иначе, если твоя камера, условно говоря, попадет в руки врагу, он начнет наводить камеру только на неправильные вещи или бинокль. Ты будешь видеть только неправильные вещи. And if you just focus on that one thing, you will feel condemned. И если ты будешь концентрироваться на неправильных вещах, которые в твоей голове, ты будешь чувствовать осуждение. You will feel stuck in your mind. Ты почувствуешь, что ты застрял в своих мыслях. You will feel guilt and condemnation. Ты будешь чувствовать себя виноватым, ты будешь испытывать осуждение. But God came to free us. Но Бог пришел, чтобы дать нам свободу от осуждения. But we have to choose. Но мы выбираем. To step into the grace of Christ. Выбор за нами. Будем ли мы в благодати Христовой? We have to choose. Мы выбираем. To bring that thought into captivity. Мы должны принять решение пленить эту неправильную мысль Христу в подчинение Христу. We have to choose to acknowledge and repent. Выбор за нами. Мы должны решить распознать неправильную ядовитую мысль и покаяться. And ask for forgiveness. И мы должны попросить прощения. And as we do that with this good one. И когда мы делаем это, то мы делаем это с помощью хороших вещей. Because even if your mind is so full with toxicity, и если твой разум, твой мозг абсолютно отравлен, и если в голове and у тебя completely negative, токсичные мысли, если ты негативно настроен, even the most evil person, даже самый плохой, самый злой человек, has got this somewhere down deep inside of them. Где-то внутри самого плохого человека живет что-то правильное. And if we choose Christ, и если мы избираем Христа, he will develop this. Христос будет взращивать правильные зеленые деревья. And your ability, и твоя способность. Your powerful ability. У тебя есть мощные способности. To choose to fight this thing and to eliminate this thing. Ты можешь принять решение сражаться с неправильными ядовитыми мыслями. Ты можешь принять решение избавиться от ядовитых мыслей. Will rise up. И ты поднимешься.
And you will bring this into captivity and destroy it. И ты сможешь пленить ядовитые мысли и разрушить их. Mark 11:22. Марка 11:22. Says, have faith in God. Написано, имейте веру Божию, имейте веру в Бога. It first says, have faith in God. У тебя должна быть вера Божья. And then it says. И далее написано. In Mark 11:23. Марк 11:23 написано. Speak to the mountains. Тогда ты сможешь сказать горе. And they will be cast into the sea. И горы ввергнутся в море. This is what it's saying. You. Ты. Connect to God. Have faith in God. Ты должен связываться с Богом. Ты должен иметь веру в Бога. Which means pray. И это означает молитву. Which means read the word. Это означает чтение слова. Which means worship God. Это означает поклонение Богу. Which means memorize scripture. Это означает запоминание мест Писания наизусть. Which means put God first. Значит, поставь Бога на первое место. And in this position of power. И когда ты будешь с Богом, будет сила. Because God is all powerful. Потому что наш Бог всемогущий. And the word of God is living and alive. И Божье слово живо и действенно. With this power. И когда у тебя есть Божья сила, we destroy that то mountain. Ты с Божьей силой сможешь разрушить эти ядовитые мысли. And it will be cast into the sea. И все это будет ввергнуто в море. When Joshua was told to conquer Jericho, когда Иисусу Навину было сказано, чтобы он пошел и одолел Иерихон, Jericho had never been defeated before. Ранее Иерихон никто не мог победить. It was a stronghold of the enemy. Никто не мог захватить Иерихон. Иерихон был твердыней врага. No one went in, no one went out. Никто не мог ни зайти, ни выйти. Until God came on the scene. Никто не мог ничего сделать, пока Бог не вышел на сцену. God told Joshua to conquer Jericho. И Бог сказал Иисусу Навину, пойди и захвати Иерихон. By going into battle with him first. Сначала ты должен обратиться к Богу. На любое сражение ты должен идти с Богом. When they marched around those walls. И когда они обходили вокруг Иерихона. Seven times. Семь раз. Each day for 7 days. Каждый день на протяжении. And on seventh day, 3 times. Семи дней. Seven times seven. Сначала они понесли ковчег завета, Бог they был с ними. Into battle with God first. Они пошли в эту битву, на это сражение с Богом. The self-help industry fails because they do not go into battle with God. И когда психологи, когда врачи пытаются помочь людям без Бога, они терпят поражение, потому что для любой победы нужен Бог. Scientific research. И ученые исследования проводят. Shows that when people worship God. И эти исследования ученых доказывают, что когда люди начинают поклоняться Богу. When people are connected to a benevolent and loving God. Когда люди связываются с любящим Богом. When people have chosen Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Когда люди отдают свою жизнь Иисусу Христу, и Он становится их спасителем. Their immune system increases in its function. Иммунная система таких людей улучшается. Their cardiovascular system, their heart improves. И их сосудистая система улучшается, работа сердца улучшается. This part of the brain where I'm pointing now. И вот эта часть мозга, на которую я сейчас указываю. Gets bigger. Становится больше там внутри. And when that part of your brain gets bigger, that's good. И когда ваш мозг растет, это хорошо, когда вот здесь больше чего-то. It means your wisdom is increasing. Это означает, что у тебя больше мудрости. It means your intellect is increasing. Это значит, что у тебя интеллект увеличился, вырос. And they see this pattern in people that worship Jesus Christ, not Buddha, not Allah, и not anyone else, видят, only with Jesus Christ. Ученые видят положительные изменения в здоровье только тех людей, которые поклоняются не Аллаху, не Будде, но только Иисусу Христу. Amen. They only see small changes with other people. И меняются по чуть-чуть. But your whole brain goes into the most unbelievable high intellectual function. И когда ты поклоняешься Богу, твой мозг начинает работать по-новому. Он работает лучше, быстрее. Многие уровни улучшаются. With those people that choose Jesus Christ as their Lord and Savior. Улучшается здоровье людей, работа головы только тех людей, которые избрали Иисуса своим Господом. So now in closing of part 1 and you cannot miss part 2, 3, 4, 5 and 6. И сегодня я уже подхожу к завершению первой части. Но, пожалуйста, не пропустите завтра вторую часть, и потом в воскресенье еще третью, четвертую, пятую, шестую будет. Let me show you what happens. Я вам хочу показать, что происходит. When you bring that thought into captivity, когда вы подчиняете эту неправильную мысль, connected to God, вы связаны с Богом. You generate вы начинаете вырабатывать, генерировать a very powerful
очень мощные electromagnetic signal, электромагнетические сигналы and quantum signal, квантовые сигналы in your brain, в голове начинают происходить. That travels towards this thing. И все эти вещи, которые начинают вырабатываться в голове, окружают эту отравленную мысль. Like Star Wars. Вы знаете, как в «Звездных войнах» что происходит? Кто смотрел фильм? This is science. Мы сейчас о науке говорим, на самом деле. Not a joke. Я не шучу. Okay, so as the electromagnetic forces come Итак, here, эти электромагнетические силы окружают эту отравленную мысль. All these little branches become weak. И на самом деле вот эти веточки становятся очень слабыми. And they will start moving around like this. И они уже вот так не двигаются. The connections loosen. И там уже нет связей сильных. It starts breaking down. И когда правильные вещества, которые вырабатываются в мозге, окружают отравленную мысль, начинается разрушение неправильных вещей. Chemicals start flowing. А химические вещества уже там не действуют. Some chemicals help to break it down. И правильные химические вещества помогают разрушить эту отравленную мысль. Some more chemicals start remolding this. И начинается процесс воссоздания. In other words, there is a physical reaction to your soul. Decision to get rid of this thing. Пойми, когда ты принимаешь правильное решение, в твоей голове начинают происходить физические процессы улучшения. And you can see this in the brain. И ты можешь видеть это, изучая мозг. Tomorrow morning I'm going to show you slides of this what I'm describing завтра now with утром these trees. Я буду показывать вам слайды. Завтра утром буду показывать на экране то, что происходит в голове, те ветви, которые есть в нашей голове. You'll see this actually happens, and this as you As you generate this electrical flow towards this toxic thought. И вы поймете, как вот эти электросигналы, которые правильные, начинают течь к этой отравленной мысли. Then, and that electrical signal is. Этот электрический сигнал. Your decision. Этот электрический сигнал является решением, решением, принятым тобой в твоем разуме. Your soul action. Твоя душа все это делает. Your intellect, will and emotion. Твой интеллект, твоя воля, твои эмоции все это производят. Your decision to connect to the word of God. Ты принимаешь решение быть со Словом Божьим, быть в Божьем Слове. That is the signal. И вот эти положительные сигналы that will melt this down. Разрушит эту отравленную and it will disappear completely. И эта отравленная, ядовитая мысль полностью исчезнет. Because the word of God says it will be cast into the sea. Потому что Божье слово говорит, что ты можешь ввергнуть неправильные вещи в море. And in the brain it is literally completely decimated. И неправильные, отравленные мысли полностью уйдут из твоей головы. Это может произойти. And this is the renewing of the mind. Вот это и является обновлением мышления, обновлением you разума. Wire out. What you have wired in. Ты переделываешь все неправильное, что ты сам сделал. And it takes time. На это уходит время. And tomorrow I'll teach you more about that. И завтра я буду больше учить об этом. But you have to push through for 21 days. Нужно на протяжении 21 дня делать одну и ту же вещь, пробиваться. Because it takes 21 days to get rid of one thought. Для того, чтобы избавиться от одной мысли какой-то, нужен 21 день. And it takes 21 days to build a healthy replacement thought for that toxic thought. Чтобы заменить ядовитую, отравленную мысль хорошей мыслью, положительной, нужен 21 день. Okay, and then you have to practice using the new healthy thought. И вы должны начать пользоваться хорошими, положительными мыслями. For another two cycles of 21 days. Еще на протяжении двух 21-дневных циклов. It takes 63 days. Всего уходит 63 дня. And most people give up at day three. Три этапа нужно пройти. Большинство людей на третьем дне сдаются. When Paul talks about running the race, и когда Павел говорит о том, что мы должны совершать поприще, проходить поприще, it takes diligence. Для этого нужно упорство, чтобы it пройти takes поприще. Perseverance. Нужно пробиваться вперед, упорно. It takes pushing through. Нужно пробиваться. And not giving up before you have run the race. И не сдаваться, пока ты не дойдешь до финишной черты. If you look up on the screen, we're going to show you a slide that you were seeing up there. Вот, that is actual activity in the brain. Вот что происходит у нас no, в голове. No, go back to the other one. Okay, all right. Yeah, this one. Смотрите. This is actual activity in the brain. That pulsing that you are seeing is вот эти, mind action. Вот эта пульсация, которую вы видите, это мысли, которые в нашей голове. Мысли пульсируют физически. Now watch the red circle. Did you see it pops? Смотрите, inside the
В красном кружочке, видите, пульсация, да? Watch that little white thing inside the red circle. Смотри, вот эта маленькая беленькая штучка внутри. Did you see it pop? Put up your hand if you saw it pop. Вы видели, да? Вы увидели эту беленькую внутри красного? That is an actual example of inside the brain. Это пример того, что происходит в голове. Of what I have just described. Это то, что я описывала сегодня. Of when you generate the electrical signal. Когда вы начинаете генерировать, производить эти электросигналы. Branches will pop. Off here. Эти черные ветви начинают опадать, они отламываются, эти отравленные ветви. You redesign. И вы можете заново воссоздать the landscape of your brain. Ландшафт, правильный ландшафт своего мозга. And tomorrow morning you're going to come and learn how to do brain surgery. И завтра утром вы придете сюда, и мы будем вместе учиться, как делать операцию на мозге. I'm going to end off this evening by doing a little ministry exercise. И я хотела бы немного послужить в конце. Can I have 3 more minutes? Еще можно 3 минуты? Можно 3 минуты? Can you stand up? Можно вас попросить встать? Can the worship team maybe come up and just play? Пожалуйста, поклонение, музыканты нам нужны. Будьте добры. And I'm going to do this a few times over the weekend. И я на протяжении этих дней буду делать это. And each time I will explain it a little deeper. И каждый раз я буду объяснять что-то новое. When Jonah was in the belly of the whale. Когда Иона был в чреве кита. Nothing happened. Ничего не происходило. Until he started thanking God. Пока Иона не начал благодарить Бога. When we thank God. Когда мы благодарим Бога. He listens. Бог слушает. When we thank God. Когда мы благодарим Бога. Every structure in our brain primes for learning and for change. Наша структура нашего мозга начинает меняться, мы учимся чему-то. When we whine and moan and complain. Когда мы жалуемся, когда мы ворчим, когда мы хнычем. The brain literally shuts down. Наш мозг закрывается. And God doesn't listen. И Бог вообще не слушает. He responds to our thanksgiving. Бог реагирует или Бог отвечает только на благодарность. But when Jonah started praising God, когда Иона начал славить Бога, he felt the physical presence. Иона ощутил физическое присутствие, of God. Божье присутствие. Because Jesus inhabits the praises of His people. Потому что Иисус обитает среди хвалы своего народа. So when we praise God, когда мы славим Бога, we will feel Him by our side. Мы будем чувствовать Его присутствие рядом. But it is only when Jonah started to worship God. Итак, только когда Иона начал поклоняться Богу. That God acted on his behalf. Бог помог Ионе. And spat Jonah out on the beach. И спас его, и он оказался на пляжу. To carry out the mission God had called him to do. И он исполнил Божье поручение. I want you to cup your hands like this. Вот так свою руку сделайте, пожалуйста. Cup. Вот так. Две. Обе. And I want you to close your eyes. Закройте глаза. And for 10 seconds. И на протяжении 10 секунд. I want you to ask the Holy Spirit. Просите Духа Святого. To show you. Показать вам. What toxic thought. Какие ядовитые, токсичные мысли. With all its branches. Эти черные ветви. Its connected, associated thoughts. Все эти мысли, которые есть, их связи. Because every thought has a root, a stem. У каждой мысли есть корень. The main thing. Есть основной ствол у каждой мысли. And then associated thoughts that are connected to that tree. И с каждой отравленной мыслью связаны другие мысли. Просите Бога показать. I want you to ask God. Попросите Бога, скажите. What toxic thought you need to put in your hands? Какие ядовитые, отравленные мысли нужно положить в руку? The Holy Spirit knows exactly. Дух Святой точно знает. The exact thought that you need to work on first. Дух Святой точно знает, с какими мыслями отравленными вам нужно разобраться в первую очередь. He knows the perfect order. Дух Святой знает, в каком порядке нужно разбираться. The perfect sequence. С отравленными мыслями в каком порядке? He knows exactly. Дух Святой знает. What you need to work on first. Дух Святой знает, с какими мыслями нужно разобраться в первую очередь. So for 10 seconds I'm going to be quiet as you just pray quietly. На протяжении 10 секунд будем просто в тишине молиться. And just ask God to show you. И просить Бога показать. What thought to put in your hands? Какие мысли нужно положить в свою руку? Close your eyes for 10 seconds now to silently ask God. Закрываем глаза и просим Бога в тишине.
And now I want you to imagine that you are entering into the throne room of grace. Представьте, что вы сейчас подходите к престолу благодати. Представьте. Because under the new covenant, потому что мы в Новом Завете, мы под Новым Заветом. We have direct access to the throne of grace. И у нас есть доступ к престолу благодати, прямой доступ. And I want you to step in. Зайдите. And we won't be able to stand in His glory. В тронный зал. На самом деле, в Божьем присутствии нельзя устоять на ногах. So I want you to kneel down. Давайте встанем на колени. Kneel down. Встаем на колени. In His presence. В Его присутствии. Overwhelmed with His love and His grace and His mercy. И мы просто потрясены Его любовью, Его милостью, Его благостью. I want you to lay that toxic thought at the throne of grace. Положите эти отравленные мысли у подножия престола благодати. Оставьте их там. Because God says, cast all your cares upon Him. Ведь Бог сказал, возложи все свои заботы на меня. He says, acknowledge. Во всех. Repent. В путях познавая Его, кайся. Cast your care upon Him. Возлагай заботы на Него. Choose to believe in the work of the cross. Прими решение верить в крест. Choose to believe that when we confess our sin, He is righteous and just to forgive our sins. Ты должен верить, что когда ты исповедуешь, признаешь свой грех, Он праведен и прощает грех. And cleanse us from all unrighteousness. И очищает нас от всякой неправды. And as you kneel before God, I want you to start thanking Him. Когда мы стоим сейчас перед Богом, нужно начать Его благодарить. Начни Его благодарить. Once again, I'm going to be quiet for 10 seconds. Я буду молчать 10 секунд. And in those 10 seconds. И на протяжении этих 10 секунд. I want you to thank Him. Благодарите Бога. Not for the problem. Не за проблемы. But for the fact that He knows the way out of the issue. Благодарите Бога за то, что Он уже знает, как вам можно выбраться из этих проблем. Thank Him that because of what He did on the cross. Благодарите Его за то, что Он сделал на кресте. You can bring this to Him. И благодаря тому, что Он умер на кресте, вы можете принести проблемы к Нему. And He will help you get free. И Он поможет вам освободиться. Be specific. Будьте конкретны. The word of God says, be specific in your prayer. Божье слово говорит, что мы в молитвах должны быть конкретны. Science shows that when you are specific. Ученые доказали, что когда ты конкретен в своих прошениях, in what you are trying to fix, когда ты конкретно, целенаправленно разбираешься с чем-то, you will have more success, то будет лучший результат, больший успех, than if you too general, чем когда ты просто в общем говоришь о каких-то вещах. Не нужно общностей. So for example, например, for example, I don't want you to say, I'm going to forgive everyone. Не нужно говорить, я прощу всех. I want you to focus on that one person that you need to forgive for that specific thing. Сконцентрируйся на одном конкретном человеке, которого ты должен простить. So don't talk about forgiveness in general. Не нужно в общем говорить о прощении всех. Talk about the specific thing. Говори об конкретном человеке, о том, что произошло конкретно где-то, когда-то. Be detailed. Детально. Focused. Сконцентрируйся. Specific. Будь конкретен. Because He knows your thoughts. Потому что Бог знает твои мысли. And He wants you to bring those toxic thoughts in all their detail. И Бог хочет, чтобы ты все эти отравленные, ядовитые мысли, to Him, so He can set you free. Все детали поведал Ему, чтобы Он мог тебя избавить и освободить. So for 10 seconds now. Итак, 10 секунд сейчас. Just thank Him. Don't praise, don't worship. Благодари, просто благодари Его. Не поклоняйся, не славь, просто благодари. Спасибо. Remember when you thank Him, He listens. Вспомни, когда ты благодаришь, Он слышит, Он слушает. This is step one of a 3-step process. Это первый шаг в этом процессе, который состоит из 3 шагов. Now for 10 seconds. 10 секунд. Thank Him specifically. Благодари Его конкретно. Now carefully stand up. Сейчас аккуратненько встаем. Reach across the room. Hold hands across this whole auditorium. Давайте все вместе возьмемся. On the left and on the right. Hold hands. Возьмемся за руки, справа и с левой стороны. Возьмитесь за руки. Everyone holding hands. Мы все беремся за руки. When you thanked God, He listened. Когда ты благодарил Бога, Он тебя слушал. Now you are going deeper. Теперь идем еще глубже. Step two. Второй шаг.
You are stepping into praise. Ты должен начать хвалить. It's different to thanking. Хвала отличается от благодарения. When you praise, in your brain is going to rev up to high levels. Когда ты хвалишь, в твоей голове начинают происходить усиленные процессы. You start moving into the highest possible intellectual state that you can. Когда ты начинаешь славить Бога, твоя голова работает лучше, чем в любых других состояниях. Speaking in tongues will do the same kind of thing in your brain. Когда ты молишься на языках, ученые доказали, твой мозг работает лучше. I don't want you to speak in tongues, however, at this moment. Но you сейчас can when you worship. Мы не будем молиться на языках, мы будем просто прославлять. When you praise him. Когда ты славишь Бога. You will feel his physical presence. Ты физически ощутишь его присутствие. The hand that you holding on either side. Та руки, мы взялись за руки друг с другом. That is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit surrounding you with his presence. Бог Отец, Сын и Дух Святой окружают тебя своим присутствием. You are squeezing the hand of Jesus. И ты сейчас держишь за руку самого Иисуса. Use your imagination. Используй свое воображение, примени воображение. Genesis 11:6 says. Бытие 11:6 гласит. Whatever they imagined they could do would not be impossible for them. Там написано, если они задумают что-то сделать, не будет ничего невозможного для них. As you step into praise. Когда ты начинаешь хвалить Бога. Be specific. Будь конкретен. About the same thing you laid at the throne of grace a few moments ago. Говори о том же самом, славь его за то, что ты только что оставил у подножия престола его благодати. Get even more specific than when you were thanking him. Будь еще более конкретен, чем ты был, когда просто благодарил его. And you are praising him. Прославляй его. That he knows the way out of your problem. Прославляй его за то, что он знает, как тебе выбраться из проблемы. That he knows the solution. Прославляй Бога за то, что он знает решение проблемы. That he'll guide you every step of the way. И он будет направлять тебя, когда ты будешь делать that шаги. That you will get free from that mind issue, that alcoholism, that addiction, that whatever it is. И ты освободишься от этого пристрастия, от алкоголизма. That bitterness, that rejection. Это горечь, это обида уйдут. Чувство отверженности уйдет. На 10 секунд. Be specific. Будет тишина, просто прославляй его. Конкретно прославляй. Не поклоняйся. Don't worship yet. Не поклоняйся. Praise. Просто прославляй. Focus on the specific. Конкретно, будь конкретен. And now take a step back. И теперь шаг назад. Release those hands by your side. Отпусти, and raise your hands into the air. Отпусти руки и просто подними. And lift up your face. Подними руки наверх. To the подними, Savior. Подними to лицо the King, свое к Спасителю, к Царю. And step into worship. И начни поклоняться. Listen to me carefully. Послушайте внимательно. When you thanked him, he listened. Когда ты благодарил его, он слушал. You were focusing on the specific issue, ты the был details. Конкретен, ты конкретно говорил о каких-то вещах. You were thanking him and talking to him about all the stuff. Ты благодарил его и говорил с ним обо всех этих вещах. When you praised him, you felt his physical presence. Когда ты прославлял его, ты ощущал его физическое присутствие. And you were focusing in even more detail. Ты еще более концентрировался на конкретных вещах. On your issue. На этих проблемах. But now, а сейчас you step into worship. Ты должен начать поклоняться. When you worship him, you don't think about your specific stuff anymore. Когда ты поклоняешься Богу, ты уже не думаешь о чем-то this конкретном. This is step three. Это третий шаг. This is the deepest step. Это самая большая глубина. This is when the communion of your spirit will connect with him and you worship spirit unto spirit. В этот момент твой дух соединяется с Божьим духом и ты поклоняешься дух к духу. This is when you recognize. И ты осознаешь. You have laid the issue at the throne of grace. Ты понимаешь, что ты оставил эти проблемы у престола. That you have thanked him and he's listened. Ты благодарил, он слушал. That you've praised him and he's by your side. Ты славил, он был рядом. And but now you worship him because he is listening and because he is by your side. И теперь ты поклоняешься, ты понимаешь, что он стоит рядом, он рядышком с тобой. You are free. И ты свободен. Not to worry about that thing anymore. И ты уже не будешь переживать об этом. But to step into the grace. Но ты будешь жить в благодати. And to worship him. И будешь поклоняться ему. As he acts. Когда он будет действовать. On your behalf. И Бог будет на твоей стороне.
As he performs the miracle. И Бог будет творить для тебя чудеса. When you worship him, demons will flee. Когда ты будешь поклоняться ему, демоны будут разбегаться. When you worship him, the power of God that is laid in your mind will be set free. Когда ты будешь поклоняться ему, его сила будет действовать в твоей голове. Now raise your hands. Подними руки. And worship him. Поклонись ему. With a spirit of love. Это дух любви. And power. Течет дух силы. And a sound mind. Дух здравомыслия. Let's worship our King. Поклоняйся царю.